Ассаламу алейкум, дорогие друзья. В 2015 году у нас был концерт «Жара в Дагестане», концерт так и назывался. Это мероприятие у нас состоялось на берегу Каспийского моря в городе Избербаш. Сейчас, правда, мы решили немножко поменять программу, поменять место и хотим организовать концерт возле горной речки Улучай. Говоря так обычно, песню надо любить, песни надо знать, песни надо ценить. Узнав об этом концерте, наша уважаемая сестра Зульфия приехала специально из города Махачкала к нам сюда, в Кайтатский район. Она решила подарить две песни нам, всем тем, кто любит ее голос, любит ее песни. Я хотел бы сказать, что Зульфия не просто певица, она еще является заслуженной работницей культуры Республики Дагестан. Она обладает звонким, бархатным, сладким, можно сказать, золотым голосом. Встречаем Зульфию! Зульфия! Аплодисменты Зульфия, друзья мои! Ура, чахла, арабеш, Хюсайри,
Народного инструмента пандур есть две струны. Одна струна поет о любви к родному краю, другая струна поет о любви к женщине-горянке. Я желаю, чтобы струны наших сердец всегда пели песню только о любви. Сейчас замечательную песню исполнит популярная певица Кистаман Мутаева. Встречаем бурными овациями. Ahla babay, 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 tu garul bar.
кути, чина я ливара, ну катру цив далути, чина чадалки вара, любина вхади кути, чина зайди кулера, ну катру цив далути. Ох, ла бабай, ла бабай, ва бабай, чудар хулбар, ва бабай, ла бабай, чудара кашлану дбар. Песни, друзья мои, они, честно говоря, всегда должны звучать в наших сердцах. Без песни жить нельзя. Есть песня, есть народ. Нет песни, нет народа. Так обычно говорят. Когда звучат сладкие песни, то эта песня, любая песня имеется в виду, заставит джигита сойти с коня и заслушаться. А пешего заставит скачать в седло и лететь, как птица. Я думаю, что сейчас хорошую, красивую, нежную, сладкую, приятную песню нам подарит Айшат Гапизова, заслуженная артистка Республики Дагестан. Бурными овациями встречаем ее. Харгири дилахуни, бархи икули.
ай хари дари бичар била друг дари бхали хади ути картайли вауна берхи биду бурван авада хари дари бичар била друг дари бхали хади ути картайли حبكم إذا حلبون حرغير دي لحوني برحي قولي إلي أقدر شاو غيتي Ашуга как-то спросили: «Скажи, дорогой, что самое красивое на свете?» Ашуг немного подумал и ответил: «Самое красивое, — сказал он, — это горный цветок». «А что самое яркое на свете?» — спросили у него. Ашуг ответил: «Самое яркое на свете — это восход солнца в горах, утренний рассвет в горах. А что самое сладкое на свете, даже слаще щербета?» Ашуг снова ответил: «Самое сладкое на свете – это песня Ашуга». И вот, друзья мои, сейчас еще одну сладкую песню нам подарит прекрасная певица Шахризад Алиханова. Бурными аплодисментами встречаем Шахризад Алиханову. Хабал квартира лаве, карси машина лаве, айф
айфон, телефон и сан. Ига пасли, ига кис, бриллиант ладзель и сан. Норкала дуркашуба, кубеш нашли исра и сан. Ига пасли, ига кис, хабал квартира лаве, карси машина лаве. Айфон, телефон и сан, ига пасли, ига кис, бриллиант ладзель и сан. Норкала дуркашуба, кубеш нашли исра и сан. Ига пасли, ига кис, хабал квартира лаве, карси машина лаве. Айфон, телефон и сан, ига пасли, ига кис, бриллиант ладзель и сан. Норкала дуркашуба, кубеш нашли исра и сан. Ига пасли, ига кис, хабал квартира лаве, карси машина лаве. Айфон, телефон и сан, ига пасли, ига кис, бриллиант ладзель и сан. Норкала дуркашуба, кубеш нашли исра и сан. Бриллиант ладзель и сан. Норкала дуркашуба,
خوبش نشلی اسرائیل ایگا خزلی ایگا قیس حبا کردیر لبه خرسی ماشین لبه айфон телефон исан ига кызли ига кыз бриллиант лазер исан норкала туркашова кубешнешли исра исан да 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 горный пейзаж да 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 это кавказ да 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 солнечный край будет, друзья, настоящий рай. Действительно, у нас в Дагестане много красивых уголков, много замечательных мест. И нам надо любить свой родной край. Вот сегодня мы находимся возле реки Улучай. Наши артисты исполняют песни. Я веду программу. И действительно приятно работать с такими замечательными артистами. Уважаемые друзья, я снова хочу пригласить юную исполнительницу. Она звездочка дагестанской эстрады. Кстати, является неоднократной победительницей многих республиканских конкурсов. И всегда занимала первые места. Это наша уважаемая Патимат Мирзаева. Встречаем! Сақайдали дұтзарды, қарты дұққап дұққалы
рис, на вкус матрис, на вкус матрис, видишь все. Дорогие друзья, у нас в Дагестане много древних аулов. Есть такой знаменитый аул Златокузнецов, где изготавливают кинжалы, сабли, клинки. Это аул Харбук, Дахадаевский район. Из этого древнего аула следующая участница, наша уважаемая Басират Абдуллаева. Кстати, она еще является актрисой Даргинского театра имени Амарла Батряя. Город Избербаш. В то же время хочу сказать, что она хочет исполнить песню о своем родном ауле Харбук. И я думаю, все харбукцы будут довольны ее исполнением. Итак, да здравствует Харбук! Слава и почет нашим древним аулам, особенно аулам Златокузнецов. Харбукцы, встречайте Басират Абдуллаеву!
Душевная песня пробуждает в человеке самое хорошее. Веселиться могут на самом деле только добрые люди с открытыми сердцами. А веселье не каждому дано. Веселье – это тоже Божий дар, это сверху идет. Сейчас одну красивую песню нам подарит заслуженная артистка Республики Дагестан Тамара Джабраилова. Кстати, она приехала из города Избербаш специально в Кайтак, Маджалис, и решила именно возле реки Улучай подарить нам свою песню. Итак, встречаем Тамара Джабраилова, заслуженная артистка Республики Дагестан. Аплодисменты.
народная мудрость гласит, надо радоваться каждому прожитому дню. А если еще ежедневно в душе человека звучит музыка, то этот человек самый счастливый. Сейчас, уважаемые друзья, нам еще одну замечательную, великолепную песню подарит Гидаят Магомедова. Встречаем ее улыбками и аплодисментами. Салам кунзли кул шалал зубари И гура хэр ли цун та хэла хали Бигу сигур килис хэла ударма Амру лахар бар хирикус хэд амам Шала сибас ли ван шамара раба Ван албар хили ван ванара раба Хэла урки ли зирух нару цаба Дурхаси ахал ван мурара раба Хаду ли рахази урки харг варес Вэлара дурхати хабал гай дурес Тила ди сабину варга замана Дигайла дакли уганз вахла бара Шала сибац ли ван шамара раба Ван албар хили ван ванара раба Хала урки ли зирух нару цаба Дурхаси ахал ван мурара раба Марли дига кида кабурарили Атхала вауан хуфи швакили Паргат вара урки мурат аргили Шала сибац ли ван шамара раба Ван албар хили ван ванара раба Хала урки ли зирух нару цаба Дурхаси ахал ван мурара раба Хорошо, когда человек засыпает с песней в сердце и утром просыпается тоже с песней в душе. Сейчас, уважаемые друзья, я хочу назвать имя одного человека, который приехал из города Махачкала, между приехал специально именно в Кайтацкий район, Маджалис. Он впервые в этих краях. Ему понравились и эти горы, и наши леса, наша речка Улучай. Кстати, он сам является сыном аварского народа. И он решил нам подарить пару песен. Я могу назвать его имя. Может быть, кто-то из вас его уже знает. Наш дорогой Расул Магомедов. Бурными аплодисментами встречаем нашего брата Расула. Thank you.
себе и признанием тебе досаждая. Привыкая к воле ран, я прошу тебе обман, иди как вечный будь цыган, молодая. Эх, молодая. Ты живешь, как будто спишь, аж бессонницу грешишь. Почему-то, а с тобою рядом кто? И ты надеешься на что? И в этой жизни все не то, даже чудо. Эх, даже чудо. Где-то лес, ведь ты права, какая есть, молодая. Эх, молодая. Просто я тебя люблю, молодая. Эх, молодая. Катерина, Катерина, я сказал.
как только апельсина, сладкая моя. Ты танцуешь, как богиня, глядя на меня. Ты как только апельсина, сладкая моя. Ты танцуешь, как богиня, глядя на меня. Катерина, Катерина, сладкая моя. Катерина, Катерина, я сказал привет. Катерина, Катерина, сладкая моя. Катерина, Катерина, я сказал привет. Исчезла, как в видении, через полчаса. Ну, вернись ко мне, Катерина, я люблю тебя. Ты исчезла, как в видении, через полчаса. Ну, вернись ко мне, Катерина, я люблю тебя. Катерина, Катерина, сладкая моя. Катерина, Катерина, я сказал привет. Катерина, Катерина, сладкая моя. Катерина, Катерина, я сказал привет. Мы случайно встретились, падал белый снег. Ты меня заметила, я сказал привет. Мы случайно встретились, падал белый снег. Ты меня заметила, я сказал привет. Катерина, Катерина, сладкая моя. Катерина, Катерина, я сказал привет. Катерина, Катерина, сладкая моя. Катерина, Катерина, я сказал привет. Сладкая моя. Катерина, Катерина, я сказал привет. Уважаемые друзья, самое главное, я желаю нашим артистам, и не только им, всем желаю душевной молодости, независимо от возраста. Не важно, сколько лет прожил на земле, а важно, как ты жил на земле. Желаю всем по-сибирски быть здоровым, по-кавказски долго жить, не падать духом, быть всегда веселым и каждый день добро творить. Из Сыркалинского района к нам приехала наша уважаемая сестра Индира Ахмедова. Кстати, она узнала, что будет концерт у нас в Кайтаге, Маджалисе, возле реки Улучай. Ну, наш концерт называется, вы знаете как, я могу повторить, «Жара в Дагестане 2». Узнав об этом, она решила специально приехать и участвовать в нашем концерте. Итак, я ей желаю удачи, желаю ей больших творческих успехов и дай Аллах, чтобы она всегда достигала своих музыкальных вершин. Встречаем нашу уважаемую Индиру Ахмедову. Бурные овации ей.
ديلا دح ونحكي ديلا وركي ونحب زك شلابيكاب ديلا دح ونحكي برخي حربيكاب ديلا وركي ونحب زك شلابيكاب ديلا دح ونحكي برخي حربيكاب ديلا وركي ونحب زك شلابيكاب ديلا دح ونحكي برخي Итак, друзья мои, концерт «Жара в Дагестане 2» продолжается. Улыбка на лице, как много это значит, когда смеются все, никто нигде не плачет. Я желаю, чтобы наши артисты всегда пели песни только с улыбкой на лице, и чтобы их улыбка передавалась окружающим. Итак, уважаемые друзья, из города Махачкала к нам приехала прекрасная певица, чтобы поддержать именно Кайтарский район своим голосом, своей песней. Это заслуженная артистка Республики Дагестан Загра Магомедова. Бурными аплодисментами встречаем Загру Магомедову.
Песни любят все, и молодые, и пожилые, и старые. Действительно, песня молодого джигита делает более мудрым, а старого человека делает более молодым. Итак, я хотел бы, чтобы всегда песни были нашими верными друзьями. Я сейчас приглашаю еще одну певицу, которая решила своей песней поддержать наш концерт. А хочу повторить еще раз, концерт называется «Жара в Дагестане 2». Это наша Сиясат Халадаева. Встречаем ее бурными аплодисментами. Песня нам всем любить, дружить и жить помогает. Песня нас всегда в трудную минуту сбережет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Я желаю, друзья мои, чтобы мы всегда любили наши народные песни. Сейчас я хочу пригласить одного товарища нашего, который родом из Дахадаевского района, но живет в Махачкале. Приехал с Махачкалы специально к нам сюда, Катацкий район, чтобы поддержать
наш концерт своим голосом. Это заслуженный артист Республики Дагестан Магомед Кади Бахмудов. Бурными овациями встречаем его. Дорогие друзья, вот и завершился у нас еще один концерт «Жара в Дагестане 2». Концерт состоялся на берегу реки Улучай. Я хочу сказать, что скоро состоится еще один замечательный концерт, правда, осенью. Концерт так и называется «Родники Кайтага». Это будет Маджалиси, Кайтагский район. Организатор концерта, который много сил вложил, который старается организовывать и проводить такие мероприятия, это наш уважаемый брат, который является директором студии «Дагестан», оператор с большим опытом работы, профессиональный работник, наш дорогой Гасан Магомедов. Все, друзья мои, аплодисменты в честь концерта и в честь нашего брата Гасана Магомедова.